Всем привет! Сегодня ко мне на обзор попался мужской кожаный портмоне темно-коричневого цвета. Кошелек изготовлен из натуральной кожи, приятной на ощупь. Лицевая сторона декорирована только металлическим логотипом компании-производителя. На задней внешней стороне находится только одно отделение для пластиковых карточек. Кошелек закрывается хлястиком на кнопке. Внутри одно отделение для монет на кнопочке. Здесь отделение под прозрачным карманчиком. Возможно, сюда можно поместить водительское удостоверение. Внутри два прозрачных отделения. Сюда можно поместить фотографии или ID-карту, например. А здесь расположены несколько отделений для пластиковых карточек. Еще одно здесь под прозрачной пленочкой. Одно отделение для пластиковых карточек находится еще вот здесь. Для купюр в этом бумажнике предусмотрено сразу два отделения. Они разделяются перегородкой из натуральной кожи. На задней внешней стороне находится отделение на молнии, куда также можно помещать купюры. Стоит отметить, что купюры любой длины помещаются в разложенном состоянии в этот кошелек. А если вам нужен кошелек на подарок, то в комплекте предусмотрена подарочная упаковка.